Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он, например, говорит, я в день по 70 раз таубу делаю. Почему он таубу делает? Потому что, смотря на то, что мне Всевышний дал, меня Аллах пророком сделал, Аллах меня сделал от пророком лучшей уммы, мне Аллах дал больше познания о Всевышнем Аллахе, и вот смотря на то, что мне Аллах дал, ко мне Аллах дал, я как будто бы грешником являюсь. Хоть он знал, что он безгрешный, но себя он считал самым худшим. Он видел, что вот как подобает величию Аллаха, насколько Аллах по отношению к нему милость проявил, он даже 1% не делает. Он это понимает. Он говорил, «Ля ухсы тана налейка антакама афмета ля нафсик». Я, говорит, не могу, Аллах, тебя восхвалить, как подобает твоему величию, несмотря на то, что ты мне дал, я, говорит, не могу, говорит, тебя восхвалить, ты тот, который сам себя восхвалил. Вот это вот понятие, то, что было у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у Умара, радиаллаху анху, это есть религия.